Кирилл, что ты там еще сидишь в своем телефоне? Кристин, скоро Новый год. Нужно выбрать подарки всем родным, близким. Вот я ищу, выбираю. Знаешь, я тебя очень хорошо понимаю. И вообще, я подумала, что было бы здорово, если бы был какой-то один такой большой топ новогодних подарков, где можно было бы искать какие-то идеи. Давай попробуем создать свой топ-лист сами. Хорошая идея. Ведь время подарков. Для кого-то зима – это сноуборды и лыжи, для кого-то ватрушки и санки, ну а для модниц – это, конечно, изящные шубки. Кстати, абсолютно беспроигрышный вариант подарка абсолютно для любой девушки. Ну или, например, вот такой шубкой можно порадовать перед Новым годом и себя любимую. От классики до абсолютного авангарда – целый спектр фасонов, идей и оттенков. Широкий размерный ряд в салоне кожи и меха «Камильфо». Шубу своей мечты найдет каждая девушка. Норка, мутон, писец, нутрия – не магазин, а настоящее меховое изобилие. А какие модельки сейчас вот, да, из меха самые модные? По моделькам в приоритете у нас преобладает. Это поперечка, молодежная моделька. Но в этом сезоне вышли красивые модельки. Это баллончики из импортного меха. То есть есть модельки оверсайз и есть модельки, которые идут под поясочек. Что же подходит именно вам, станет понятно уже с первых минут примерки в салоне «Камильфо». Все изделия изготовлены в Пятигорске. Высокое качество – первый аргумент при продажах. Шубки из салона «Камильфо» не дадут замерзнуть даже в настоящие русские морозы. Анна, я вижу, что у вас есть чем порадовать не только модниц, но и любительниц классики. Вот что можете предложить женщинам, предпочитающим классические варианты? Для женщин, как бы, у нас очень большой ассортимент норковых шуб. Это есть современная классика. Угу. И также есть модельки, которые уже, ну, как бы, новые, соответственно, новым тенденциям. Есть модельки, как бы, воротничок-стоечка, либо опашек, либо модельки для любителей капюшончиков. Фэшн-специалисты уверены, изделия из меха должны быть в гардеробе каждой модницы. Однако всем несогласным здесь тоже есть что предложить. Например, дубленки и стильные пуховики. Очень много пуховичков, таких модненьких моделей. Вот расскажите, что выбрать модницам? Как быть модной? Смотрите, пуховички. В этом сезоне актуальны основные модельки оверсайз, но оверсайз совмещена такой ближе с классикой. В принципе, по моделькам ассортимент очень большой. И на любителя отделка пуховичков. То есть хотите с черноборочкой, хотите с спецом, хотите с норочкой. Всех покупательниц в салоне кожи и меха «Камильфо» порадуют приятные цены и новогодние скидки. Кристина, а ты знаешь, что символом следующего года будет бык? Конечно же знаю. А как ты вообще относишься к символике, к вот этим традициям новогодним? Ты знаешь, прекрасно отношусь, и я стараюсь в преддверии каждого года приобрести какой-то соответствующий символ, причем стараюсь найти что-нибудь интересное, чтобы это были не стандартные статуэтки. Найти символ наступающего года в нетрадиционном исполнении легко, заглянув в магазин «Русское золото». Недорогой и оригинальный вариант – монета, а вот такой бычок еще и принесет пользу. А что вот это такое интересное у вас? Это ионизатор. Он также выполнен из серебра 925 пробы с символикой тоже металлического бычка. А как им правильно пользоваться? Ничего сложного в этом нету. Вы просто опускаете на несколько минут ионизатор, и он наполняет воду ионами, и можете употреблять его. Обеззараживает. Обеззараживает, никаких, конечно. Никаких бактерий. Да. Ионизаторы, монеты. А еще столовое серебро и множество памятных серебряных сувениров. В салонах «Русское золото» помогут подобрать презенты на любой вкус и бюджет. Все всегда задаются вопросом, что же подарить начальнику на Новый год или коллеге. Это ручки из серебра 925 пробы. Также имеется ручка с золочением. Это прекрасный новогодний подарок, а по выгодной цене сейчас очень актуально. Утонченные и авангардные, классические и современные кольца, серьги, цепи, браслеты и подвески для родных и любимых. В салонах «Русское золото» огромный выбор изящных украшений. Чем порадовать леди любого возраста, здесь подскажут без труда. А у меня дочка маленькая, она такая модница, любит всякие колечки, сережечки. Может быть, я что-то подберу для нее у вас? Я вас понимаю, да. Я хочу вам представить вот такие вот очень красивые серьги из золота 585 пробы с розовыми фианитами. Также у нас есть такие вот
необычные сережки в виде цветков, тоже выполнены из золота 585-й пробы с фианитами белого цвета. Красота, красота. Вам нравится? Очень красиво, и оформление мне нравится. Брутальные для мужчин и элегантные для дам. Широкий выбор часов в салонах «Русское золото» порадует и ценителей классики, и охотников за модными тенденциями. А какие-то подарки салон «Русское золото» для своих покупателей приготовил в преддверии Нового года? Да, конечно. В этом году наша компания «Русское золото» выиграла главный приз – лучший ювелирный салон 2020 года. И в связи с этим каждые две недели мы проводим розыгрыши, в которых разыгрываются 10 призов. Самый большой приз – это ноутбук, в том числе смартфон и ювелирные украшения. И это не все сюрпризы. В салонах «Русское золото» предновогодняя распродажа. Скидки от 40 до 70% действуют на весь ассортимент. Кристин, с модницами все ясно. Можно подарить красивую шубку, косметику. А что делать с рукодельницами? Ты знаешь, Кирилл, здесь нам без специалистов не обойтись, но я знаю, где нам их с тобой найти. Пойдем. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Нам очень нужен ваш совет, поэтому мы сегодня с Кириллом решили прийти именно к вам, сюда, в ваш магазин. Вы знаете, у меня сестра очень любит вот эти все дела, да, вышивкой заниматься. Я не знаю, что ей подарить. Смотрите, если ваша сестра любит заниматься вышивкой, есть наборы для вышивок. Уже целые наборы, здесь все составлено, и схемы, и нитки. Также представлены всевозможные сумки для хранения. А для тех, кто стремится к экономии времени, но при этом мечтает об уникальных предметах быта и гардероба, созданных по собственным задумкам, в магазине «Швейный мир» с легкостью найдут решение. Вышивальная машина. Выбор дизайна, всего пара кликов, и вот шедевр уже в работе. А через несколько минут и на полотне. Машина сама вышьет как простейшие изображения, орнаменты и узоры, так и фотографии ваших любимых и питомцев. До чего дошел прогресс? То есть никаких тебе ниток по всей квартире? Да. Заправил. Заправил. Ниточку, нажал на кнопочку. И все, и наблюдаем, как машина работает. Чудеса. Я в шоке. Выбрать в подарок к Новому году в магазине «Швейный мир» можно и волшебную вязальную мини-машину. Без сомнений, она станет прекрасной помощницей в каждой семье. Вы принесли домой коробочку, открыли, достали инструкцию, правильно заправили нитки в крючок и просто вращаем колесо. И вот, пожалуйста, у вас волшебство. Машина вяжет. В «Швейном мире» помогут осуществить мечту любой рукодельницы. Может быть, это вот такие удобные лампы-лупы или изящные ножницы. Это место, да, вот этот магазин, это идеальная точка для поиска подарков. Мне кажется, здесь можно найти презент абсолютно в каждый дом. Не обязательно для рукодельницы. Да, Кристин, я соглашусь. И я вижу, что тут очень интересные есть какие-то шкатулочки, органайзеры. Расскажите, пожалуйста, что это вообще такое? Удивительная шкатулка, сделанная из настоящего бука, как презент, да, для любой рукодельницы и не только. То есть сюда можно уложить все ниточки, иголочки? Да, все что захочется. Можно и бижутерию можно хранить, и все-все-все ваши бука. Косметику, мне кажется, косметику, да? Косметику, да. Не только деревянные, но и кожаные и текстильные шкатулки, а еще разнообразные наборы для рукоделия. Идей, чем порадовать близких в магазине «Швейный мир», десятки. А если потеряетесь в многообразии, то спасением станет подарочный сертификат. Кристин, как ты думаешь, продуктивно провели день? Я думаю, еще как продуктивно. У меня супер настроение. Столько всего интересного сегодня я видела. Это и машины, которые сами вяжут, сами вышивают. А шубы, какие я мерила, и длинные, и короткие, и светлые, и темные. Это что-то невероятное. Подожди, время подарков в самом разгаре, еще все впереди. Ну, это, конечно, да, но я тебе сейчас еще фотографию покажу. У меня очень много сегодня.